Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня с новой серией на проекте Мальчин Хули Плей. Сегодня мы поговорим на очень интересную тему, которая, думаю, всех интересует. А именно, когда добавят контейнеры и что они из себя вообще будут представлять, где они будут находиться, как они будут выглядеть. Сегодня мы это все посмотрим, я вам покажу, обсудим. Короче, видос будет реально прикольный, интересный, поэтому смотрите его от начала до конца. Ставьте лайки, ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, потому что, пацаны, ну, надо подписываться, я стараюсь почти каждый день выпускать ролики, поэтому мне нужна реально ваша поддержка. Давайте постараемся на этом ролике набрать как минимум 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Также не забывайте вводить мой промокод, за который вы получите немало так денег, а именно 150 тысяч. Промокод можно, если что, вводить на любом сервере Мальчин Хули Плей. Итак, пацаны, сейчас мы переместимся на мой рабочий стол, так сказать, с вебочкой и уже рассмотрим подобно один скриншот, который нам предоставили недавно, и я вам расскажу, покажу вообще, что такое контейнеры. Поэтому всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. А перед началом ролика хотел бы вам посоветовать очень полезную, интересную группу. Здесь вы можете заказать очень много всего интересного по очень низким ценам. И это будет сделано очень качественно. Полный ассортимент вы можете сейчас видеть у себя на экране. То есть группа реально очень классная. Пацан реально делает очень качественно, красиво. Вы можете посмотреть примеры его работ в группе. Это есть все в общем доступе. Также он сливает много полезных фишек для ютуберов. Это там PNG-картинки, какие-то шрифты и так далее. То есть вам реально это будет полезно. Если вы не хотите ничего заказывать, можете просто зайти подписаться. Поэтому ссылочку я оставлю в описании. Заходите, смотрите и обязательно подписывайтесь на эту группу. Ну что ж, дамы и господа, я сейчас вам расскажу подробно, почему я решил то, что будут контейнеры. Нам показали в официальной группе вот такой вот скриншот, и я вам просто сейчас приведу очень много примеров, почему я думаю то, что все-таки добавят контейнеры. Ну и вы, в принципе, сами в этом убедитесь, и я вам расскажу примерно, какая будет система контейнеров, где она будет находиться, как она будет работать. То есть видос, пацаны, реально будет интересный. Такого, я думаю, вам, в принципе, никто не расскажет, потому что я, пацан, башковитый, бошка in my бошка, так сказать, поэтому... Поэтому я как бы все посмотрел, проанализировал как бы и понял то, что 100% будут контейнеры. Каким образом, я вам сейчас в принципе расскажу. Давайте начнем с того, то, что этот скриншот выложили буквально вчера в официальной группе. И здесь у нас показан порт, получается, новый, который будет. Показано BMW M5 F90 Competition в новом виниле. Бэха, ладно, это так, чисто для красоты на нее показали и все. Самое главное то, что будут контейнеры. 100% они не будут, потому что смотрите просто. Во-первых, вот стоят контейнеры, видите? Такая платформа стоит, и здесь стоит несколько контейнеров. То есть это место такое, где будут открываться контейнеры. То есть вы будете подъезжать, там будет, скорее всего, метка, либо какая-то команда. Вы будете вводить цену, и другие игроки, скорее всего, смогут эту цену перебивать. То есть там где-то можно будет разместить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, где-то 12 контейнеров, короче, будет. Где-то будет примерно 12 контейнеров, получается. И они спавнятся будут именно вот в этом месте, понимаете? Давайте я увеличу вам. Вот именно вот в этом месте будут спавниться контейнеры, понимаете? Ну, то есть это 100%. Я вам просто зуб даю, то что именно здесь будут спавниться контейнеры, которые можно будет покупать, и тут должны выбивать машины, предметы, аксессуары, деньги там и так далее. То есть именно вот в этом месте это все будет происходить. Порт, пацаны, порт перенесут немножко в другое место, потому что сейчас он находится ближе, получается, ближе к Арзамасу, можно так сказать. А теперь он будет находиться, пацаны, знаете где? Будет находиться прямо напротив Батырева. Почему я так решил? Да потому что, смотрите, вот я увеличу. Вот мы видим Кёрнис, пацаны. Вот он. Это Кёрнис, получается. Кёрнис находится прямо напротив Батырева. И то есть этот порт принесут перед Кёрнисом, понимаете? Это реально жестко. То есть порт теперь будет огромный, он увеличится в два раза, и он будет находиться перед Кёрнисом. То есть, блин, это реально круто. То есть с помощью одного скриншота я понял очень многое, пацаны. Почему я думаю то, что будут еще контейнеры? Потому что, смотрите, вот у нас контейнер Toyota, контейнер Mitsubishi и контейнер BMW. Надеюсь, я свою вебку не закрываю. Вам видно, надеюсь, все. То, что там действительно у нас получается BMW
BMW, Toyota, Mitsubishi. То есть, потом, вот, магнит есть, пятерочка, новая почта. То есть, будут какие-то вещи, какая-то, возможно, одежда будет, какие-то предметы. Но 100% будут машины, потому что они здесь стоят не просто так. И, блин, это реально круто, пацаны, то, что спустя время все-таки они решили добавить эти контейнеры, потому что некуда игрокам тратить деньги. Они либо их тратят в казино, либо в рулетке. И, наконец-то, я надеюсь, то, что в скором времени будут контейнеры. Это будет реально очень круто. Но я уверен на 100% то, что как бы все, что я сказал, пацаны, это правда. Но я просто по одному скриншоту, вот я только его видел, за секунду понял то, что будут контейнеры. Минуточку внимания, хотел бы вам посоветовать очень классный канал моего друга, называется он Америкос. Данный пацанчик живет в Америке, делает стримы, крутит рулетку на очень крупные суммы, поэтому всем советую подписаться. Реально пацан делает годно, вы понимаете, просто пацан переехал из Украины в Америку, живет там, играет на мазинке и делает стримы. То есть это максимально интересно, зайдите, посмотрите, вы реально не пожалеете, ссылочка на его канал будет в описании. Давайте поможем ему сделать 1500 подписчиков до лета, поэтому просто возьмите и подпишитесь на его канал. Ну, давайте я вам наглядно покажу, где будет находиться, получается, контейнер, где будет находиться новый порт, который будет в 2 раза больше, чем обычный. Я так для антуража чисто поставил машинки, которые, возможно, будут находиться в контейнерах. Это вот Бэхи, Мерседесы. Ну, короче, чтобы вы примерно понимали, как это все будет происходить. Получается, вот у нас Кёрнис. Давайте к нему даже подлетим. Вот у нас, получается, Кёрнис, который был, в принципе, видно. Как бы его было видно на скриншоте, то, что он там стоит. И как бы вот Батырево, получается. Вот речка Батырево, и вот въезд Батырево. Именно вот здесь, вот на этом месте, будет находиться у нас новый порт, где можно будет открывать контейнеры, где можно будет, в принципе, работать, возможно, какая-то работа там появится еще. То есть именно вот в этом месте будет находиться новый порт. Он будет реально очень большой просто, он реально будет очень большой, в принципе, красивый и будет функциональный, где можно будет, скорее всего, и грузы брать дальнобойщикам и, в принципе, контейнеры открывать. Ну, больше всего, конечно, жду контейнера, потому что дальнобойщики это все понятно, а вот насчет контейнеров, пацаны, ничего пока что непонятно. Как бы я знаю то, что видос получился не очень длинный, но мне кажется очень информативно. Я постарался максимально вам все объяснить, показать и так далее. Понятное дело то, что у меня нету там доступа к тестовому серваку, я не могу точно посмотреть и показать вам, это все понятно, но по скриншоту я в принципе все определил и вам рассказал все, что я понял. Я думаю, вам эта информация была как минимум полезна, интересна, поэтому просто хотя бы поставьте лайк, можете еще подписаться на канал, ну и напишите комментарий, что вы по этому поводу думаете.